Набережная реки Купеленко с каждым годом преображается. Обустраиваются зоны отдыха, здесь любят гулять местные жители. В день города было решено высадить рябиновую аллею, чтобы это место стало еще более зеленым. Кепка, футболка, ее я надену гораздо позже, и перчатки. В общем-то, все, что нужно для того, чтобы посадить сегодня дерево. Нет, еще хорошее настроение. С хорошим настроением пришли на высадку деревьев и местные жители, и представители муниципальной власти. У последних опыт в этом деле немалый. Я вот сейчас, находясь на этом месте, тоже подумал, а сколько деревьев высажено вот лично. Вот в какой уголок города видно, не зайдешь, да и не только видно. И везде видишь, как дерево, которое ты посадил, уже стало большим, которое ты сажал со своими маленькими детьми. Это и парк центральный, это и Расторгуевский парк, это и микрорайоны города видно, включая вот эти новые. То, что акция стартовала именно в Купеленке, не случайно считает начальник территориального отдела 6-й микрорайон Татьяна Спирина. Для нас экологическая обстановка очень-очень важна. Кроме того, что это набережная у нас новая, мы все-таки надеемся, что это будет парковая зона когда-то. Сейчас мы начинаем обустройство панорамной такой площадки, которая будет с качельками, с прогулочной зоной, с лавочками. Настроение участникам праздника решили, как говорится, приподнять. Игры, задорные песни, люди пускались в пляс. Счастье не разглядело птицы, улетело за облака, время река. И вот торжественная минута. Участников акции поздравили с Днем города и с хорошим начинанием глава Ленинского городского округа Дмитрий Оборенов и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. С Днем округа, с Днем города, всем здоровья, мира, любви. Здорово, что сегодня много детей у нас здесь. Акцию, которую губернатор наш придумал, уже миллионы деревьев по Подмосковью высажены. Сегодня мы здесь, в Купеленке. Надеюсь, что у всех хорошее настроение. Мы сегодня вспоминаем известные фамилии людей, которые работали, улучшали нашу комфортную среду проживания, которые основали в том числе наш город и наш район. И один из них как раз это Тимофей Игнатьевич Лемешко. Есть улица в старом городе с его названием. Так вот, это великий озеленитель. Нам есть на кого равняться. Старт дан, и все принялись за дело. Желающих оказалось значительно больше, чем саженцев. Дети помогали взрослым. Но независимо от того, сколько было лет участнику акции, каждый чувствовал неповторимый всплеск эмоций и понимания, что ты вовлечен в важное дело. Ведь задача какая? Задача, чтобы если ребенок своими руками сажает дерево или взрослый, он уже никогда дерево просто так не спилит, не сломает и так далее. У него в голове это подсознательно будет сидеть. Поддержать благое дело приехали и представители других территориальных отделов вместе с депутатами своих округов. У нас нет каких-то территорий наших, не наших, своих, не своих. Наша территория – Ленинский городской округ. Это наша родина. Поэтому мы в любом случае, где бы что ни делали, мы делаем для себя, для друзей, для родных и просто для жителей. Вы как-то вот не в той обуви пришли деревья сажать. Для доброго дела не жалко. А вообще легкая нога, как говорится. Да. Ну, вырастет дерево? Я надеюсь, да. У меня проживается. Проживаемость 100%. В том, что деревья будут расти и радовать, уверены и местные жители. Анастасия Овечка пришла с мамой и маленьким сыном. Для Марка это место стало малой родиной. Он здесь родился и уже пускает корни. Ну, хотели, чтобы сынок посадил свое первое дерево. Мы сюда ходим уточек кормить и заодно будем ходить, набирать воды в бутылочку и поливать дерево. Очень быстро жители и участники сегодняшнего мероприятия разобрали деревья. Мне досталась возможность только полить одно. Всего в этот день на набережной реки Купеленко высадили порядка 130 деревьев. Но акция будет продолжена. С 1 по 18 октября в Ленинском городском округе новую жизнь обретут около 1500 молодых кленов, лип, рябин. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.